CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, EO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о такой компании, как TokenPad. Итак, TokenPad – это децентрализованная краудфандинговая и рыночная платформа. Инвестируйте с уверенностью с помощью TokenPad Network. Компания строит полностью децентрализованную стартовую площадку и рыночную платформу, которая предлагает кросс-чейн транзакции между различными блокчейнами. Представьте свой проект перед миллионами пользователей на разных блокчейн-платформах. Принимайте несколько токенов из различных блокчейнов вашей компании по сбору средств, которые автоматически преобразуются в выбранную вами крипто- или токенную систему. TokenPad – это ваш шлюз к лучшему и совершенно новым будущим криптовалютам и токенам DeFi. Компания предлагает универсальные решения для легальных криптовалютных проектов. От создания токенов Launchpad, автоматического ручного аудита Airdrop, Bounty и маркетинга. В конце концов, цель компании – интегрировать все функции в единую блокчейн-экосистему, что сделает платформу действительно эффективной, прозрачной и надежной. Публичная продажа заканчивается 26 июля, то есть через 13 дней. Начало предпродажной подготовки 24 июня 2021 года уже началось. Последний день 26-го. Принимают в качестве оплаты токены BNB. Количество токенов для продажи выделено 37,5%. Это 3 миллиарда 250 миллионов токенов. Предпродажная ставка составляет минимум 0,01 BNB, это 50 тысяч токенов TokenPad, и 0,10 BNB, это 500 тысяч токенов, и за 1 BNB мы получим 5 миллионов токенов. Минимальная сумма сделки это 0,01 BNB, и максимальная цена это 2 токена BNB. Как мы видим на данной диаграмме, распределение токенов состоит из 2,5% на Airdrop, 20% будет заблокировано в ликвидности, 37% выделено на пресейл, 2,5% на Bounty и маркетинг, 25% это награда за стейкинг, 2,5% команде и 10% Dev и Found. А использование выручки состоит из 2% маркетинг и инфлюенсер, 70% заблокированы в ликвидности на банке XWAP на 10 лет, 10% на листинг на бирже LaToken, 8% за резерв команды и 10% на листинг на бирже HotBit. На сайте опубликована дорожная карта, где мы можем наблюдать все будущие планы и развитие данной компании вплоть до третьего квартала 2022 года. Каждый может перейти и ознакомиться с данными планами компании. Партнеры данной TokenPad это BTRC EO, Bitcoin Info и многие другие. На этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки оставлю в описании под видео. Всем пока!